Азбука грамадзяніна версія 2.0. Гэта новы этап праекта, які быў прэзентаваны гомельскай гарадской арганізацыя БРСМ і ГДУ напярэдадні мінулагодніх выбараў дэпутатаў Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. У гульнявой форме арганізатары праекта за 45 хвілін знаёмяць будучых выбаршчыкаў з выбарчай сістэмай краіны і парадкам правядзення выбараў. Удзельнікі дзелавой гульні, навучэнцы выпускных класаў ліцэяў, каледжаў і студэнты ВНУ. Шмат каму з іх упершыню у жыцці прадставіцца магчымасць паўплываць на будучыню краіны. Проект мы разрабатывали перед парламентскими выборами. Идея была такая: в игровой форме рассказывать молодежи о системе органов государственной власти Республики Беларусь, о том, как проходят парламентские выборы и как принимаются законы. Наша деловая игра имела очень большой успех. Мы провели более 50 таких игр по Гомельской области. В ходе деловой гульни организаторы инсценировали процесс проведения голосования на выборчих участках и подлику голосов. Молодые люди смогли поспробовать себе у роли членов выборчей комиссии и назиральников. Подчас моделирования разных ситуаций удельники проекта смогли подискутовать на тему необходимости принятия удела у выборах и обмерковать потребования, которые вылучаются до кандидатов у президенты. Цель наша – это привлечь внимание молодежи к теме выборов и повысить электоральную активность юношей и девушек. То есть это интерактивная игра, в игре созданы районная комиссия, участковые комиссии, есть наблюдатели, есть представители МЧС, МВД, общественных организаций, ну и, конечно же, избиратели. Деловая гульня прошла цікаво и займально. И зараз, после удалой презентации, ее планируют реализовать и у інших научальных установок. Павел Михно, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».